Экспозиция голландской живописи 17 века, так называемых «малых голландцев», находится в шатровом зале Нового Эрмитажа. При оформлении зала использован оригинальный декоративный прием, когда в двускатном перекрытии помещения видна, покрытая росписью, система несущих стропил. Картины голландских художников появились в Петербурге еще во времена Петра I. Шедевры голландской живописи были почти во всех коллекциях, приобретавшихся в Эрмитаж в 18, 19 и начале 20 столетия. Для художников протестантской Голландии, завоевавшей в начале 17 века свою независимость, предметом изображения сделалась обычная действительность. Заказчиками картин стали купцы, бюргеры, ремесленники и даже крестьяне. Это привело к появлению большого числа живописцев, специализировавшихся в разных жанрах. Поражают своей виртуозностью и кажущейся легкостью исполнения портреты кисти великого Франца Хальса. Имея многочисленных учеников, Хальс не оставил последователей. Настолько неподражаемой оказалась его живописная манера. Особой популярностью у голландцев пользовались картины бытового жанра, разделившегося на два направления – бытописание высшего света и простонародье. Первое направление представлено в Эрмитаже произведениями изысканного Герарда Терборха. «Хозяйка и служанка» – еще один сюжет из жизни аристократии, принадлежит кисти мастера интерьерной живописи Питера де Хоха. Озорные и неподражаемо тонкие картины-сцены из жизни простого народа писал Адриан ван Остаде. «Драка» — одна из них. Его ученик Ян Стен создавал окрашенные добрым юмором картины из жизни бюргеров и крестьян.